Самое время поговорить о театре. О театре «Летучая мышь». Бурлил пролог столетия, распалась связь времен. Повсюду многоцветие невиданных знамен. Кто шествует в историю, кто борется за власть. И все хотят в историю попасть. В той гуще исторических, эпических побед мелькнул один лирический, трагический сюжет. О маленьком театрике, умевшем удивлять, и век решил такой сюжет не грех переиграть. И вот однажды к случаю сказал Захаров Гриш, не вспомнит ли летучую балиевскую мышь. И автор всех капустников на каждом суаре открыл толпой искусников в театре кабаре. Тобою раскинут театр шатер, из травы цветов под тобою ковер. Пусть не скроет от ветра такое жилье, но театр и песня — богатство твое. Камки то эгорта эхи эхи камара кам. Кали кали эхи камаре дуже подхожа. Камки то кито да да эхи камара кам. На зона. Щеки горят. В мире главное это плоть. У меня есть друг, и он большой знаток тонких струн и различных зон. Так и быть, браток, я найду часок, сочиню для тебя музон. С ним ты станешь богат, как, к примеру, крёст, и пополнится твой актив. Ведь всего важнее в этом мире грез четкий ритм и простой мотив. А в мотиве том, словно птичья трель, плещут волны и шумят листы. Как звенит котель, как крепит постель.
этот старый номер переиграть. Собрались 10 лет спустя вспомнить дружбу с Гришей и не понять, как умел он шутить грустя. Так мечтал он всех вместе нас здесь собрать, потому что труднее брось. И мы можем смело теперь сказать, что ему это удалось. И мы еще увидим 100 000 тонн белых лилий и алых роз. И как 500 ампер будет реветь в ампер и заклинать.